городском округе Химки принимается, согласно бюджетного кодекса, трехлетний бюджет. Это 2020, 2021, 2022 год. Бюджеты у нас формируются из трех основных составных. Это налоговые поступления, неналоговые и безвозмездные поступления. Нужно для справки сказать, что бюджет у нас на 2020-2021 год сформирован в размере 12 миллиардов рублей, а уже 2022 год с ростом порядка 14 миллиардов рублей. Вот. А в основное, конечно, из налоговых поступлений у нас основное составляет это налог на доходы с физлиц. Это самый основной такой, ну, драйвер, скажем, да, наших поступлений. Вот это порядка 53-55% от всех налоговых поступлений. То есть, чем больше предприятий, чем больше рабочих мест, тем, соответственно, больше отчисление идет с заработной платы сотрудников. Вот. Нужно отметить также, что у нас в городском округе активно идет и эффективно, скажем, работа по неналоговым поступлениям. То есть это эффективное использование земельных участков, это аренда земли, это аренда имущественного комплекса городской администрации, и в том числе и продажа земельных участков, и продажа имущества. Это тоже весомый вклад, это порядка 2,6 миллиарда по 2019 году городская казна получает. Важно отметить, что активно идет работа и приносит свои результаты программа «Химкинский резидент». То есть это совместно с налоговой инспекцией максимально комфортный, лояльный режим постановки на учет новых налогоплательщиков, максимальная помощь со стороны администрации, со стороны налоговой инспекции. Все это для того, чтобы как можно больше появлялась у нас организация, открывала в городе, появлялись новые рабочие места. И все это в итоге приводит к росту налоговых поступлений, что является фактически, ну, базой режима, базы бюджета городского округа Химки. Нужно отметить, что вот уже в этом году, по итогам 11 месяцев, порядка 4300 новых предприятий, новых налогоплательщиков открылось, регистрировалось в городском округе Химки. Это хорошая тенденция, и, конечно, это говорит о том, что и в округе хороший деловой климат, инвестиционный климат. Это говорит о том, что компаниям комфортно здесь открываться, компаниям комфортно здесь работать. Ну и, соответственно, в целом округ капитализируется и в целом, ну, решаются задачи уже социального характера, на которые направлен в целом бюджет городского округа Химки. Бюджет городского округа так сформирован, что основное, практически порядка 70%, тратится на социальные программы городского округа. Социальные программы что в себя включают? Это образование, культура, спорт, помощь малоимущим. Также можно сказать, что порядка 1 миллиарда 400 миллионов рублей запланировано в бюджете 2020 года на проектно-изыскательные работы и строительство детских садов, пристроек к школам. Мы знаем, что есть и понимаем, что есть дефицит детских мест в дошкольных учреждениях. Вот, мы понимаем, что есть и у нас территории, где наблюдается, ну, скажем, переполненность в школах. Поэтому 1,4 миллиарда – это вот та сумма, которая выделена в 2020 году. Важно здесь также отметить, что все программы, они формируются также с учетом обращения населения. То есть на встречах главы города, на встречах замов главы города по своим направлениям. То есть за весь год поступают обращения, поступают предложения. Безусловно, мы все не можем удовлетворить все эти предложения, все эти запросы. Но тем не менее, мы понимаем, что денежные эти средства, этот бюджет, вообще, он направлен на то, чтобы создать, ну, комфортную среду проживания наших горожан. И не только проживание, обучение, работы. Поэтому, безусловно, обратный отзыв, он для нас очень важен на то, что мы сделали, на то, что мы планируем сделать. Поэтому мы здесь вот находимся
но не в непосредственном диалоге. Этот интерактивный бюджет помогает нам услышать от людей пожелания на будущие периоды, либо вопросы, которые требуют там, разъяснения, почему так или иначе. Вот. Здесь получается следующим образом задумка. Следующее, что мы все вместе зарабатываем эти денежные средства. Налогоплательщики посредством отчислений пополняют бюджет городского округа Химки, участвуют в наполнении бюджета городского округа Химки, и они также принимают участие в распределении этих денежных средств. Получается, формируются запросы, формируется понимание, куда, на какие объекты и каким образом будут распределяться денежные средства. То есть прозрачность, открытость, ну и непосредственно участие в жизни, получается, города. И самое главное, участие в том, чтобы город становился лучше, краше, ну и комфортнее. Важная и неотъемлемая часть финансового блока – это совместно с структурами, правоохранительными структурами, трудовой инспекцией, налоговой инспекцией, проводить работу с компаниями, с физическими лицами, у которых образовалась по тем или иным причинам существенная задолженность перед бюджетом городского округа. Эта работа проводится вот у нас уже третий год на постоянной основе. Вот, в этом году проведено порядка уже 18 заседаний, то есть мы собираем всех представителей сопутствующих или смежных организаций. Приглашается так называемый должник. Вместе мы понимаем и изучаем там, природу его возникновения долга. Здесь же при наличии всех заинтересованных лиц, я говорю еще раз, и налоговая, и мы, разрабатывается механизм, который позволит либо погасить долг прям в ближайшее время, либо механизм реструктуризации этого долга, вот, либо другие какие-то варианты, когда мы находим совместно взаимовыгодное или приемлемое решение при возникшей ситуации. Нужно сказать, что вот по итогам 11 месяцев было рассмотрено порядка 716 должников, это в основном это юрлица, вот, с общим долгом порядка чуть более 700 миллионов рублей. И порядка 400 миллионов рублей было ими погашено. То есть это существенная и важная работа, вот, которая приносит свои плоды, свои результаты. Ну и главное здесь даже, помимо того, что мы собираем эти деньги, главное то, что мы пытаемся вникнуть и понять, почему происходит задержка в платежах, либо почему происходит неоплата. Ведь главная наша задача помочь, как правило, это малый и средний бизнес. Наша задача все-таки помочь тем людям, чтобы они здесь развивались, а не задача есть, что забрать деньги, собрать налоги и как бы расстаться с людьми. Главное, задача, чтобы они начинали работать, чтобы они начинали осваивать земельные участки, чтобы они оказывали услуги населению. Также нужно отметить, что помимо вот наш блок чем занимается, это еще и закупки. Помимо там мобилизации, вот, о чем мы говорили с вами, важно отметить, что мы стараемся быть максимально открытыми через электронный магазин, конкурсные процедуры, через аукционы, как можно больше привлекать добропорядочных, ответственных организаций, которые оказывают услуги, либо предоставляют товары на наши конкурсы, на то, что мы проводим. И самое важное, нужно здесь сказать, что вот в прошлом году у нас было порядка 2,8 заявки на одну процедуру. В этом году у нас 3,3. То есть к нам идут люди. Важно также, что чем больше к нам людей приходит, ответственных, сильных, мы можем создавать здоровую конкуренцию между ними. И вот уже по итогам 11 месяцев мы сэкономили из ранее запланированных средств на те или иные услуги и товары, сэкономили 122 миллиона рублей. То есть это деньги мы оставляем у себя. Это позволяет нам возможность дальше на другие программы, которые не вошли в бюджет 2019 года, их также реализовывать. Поэтому здесь, знаете, не потратив, а сэкономив, мы тем самым также зарабатываем. Это тоже такая интересная вещь, и мы ее используем, и это дает свои плоды. Городской округ здесь действительно занимает по своим экономическим параметрам одно из лидирующих положений по многим показателям. Ну, к примеру, по объему отгруженных товаров, услуг оказанных, выпущенной продукции у нас порядка 300 миллиардов по итогам 9 месяцев отгрузка. То есть это первое место во всей Московской области мы занимаем.
Вот. Важно отметить, что порядка 43 миллиардов проинвестировано в городской округ по итогам 9 месяцев. Это, ну, это второе место в Московской области. Порядка 109 миллиардов рублей вот из 300. Это приходится на предприятия малый и средний бизнес, торговли, в секторе торговли. Это хорошие показатели. И мы здесь также входим в тройку по Московской области. Немного цифр. Предприятия, заработная плата крупных и средних предприятий порядка 81 тысячи рублей, порядка средняя 81 тысяча рублей, вот, а по Московской области в среднем это 59 тысяч рублей, то есть и здесь вот у нас такой просто, единственное, выше только в Лобне, ну, это у нас Аэрофлот базируется, главный налогоплательщик, поэтому Химкам повезло, у нас здесь флагманы оборонной промышленности, космической отрасли, предприятия, которые известны не только в стране, во всем мире, Энергомаш, Лавочкина, Факел, Искра, Шереметьево. Эти предприятия, они и налогоплательщики активные, и мощные, вот, и предприятия, которые постоянно развиваются. Поэтому вот, ну, мы находимся вот на той территории, где до нас уже все сделано, заложен фундамент экономического процветания. Поэтому наша задача способствовать, развивать и дальше поддерживать вот тот тренд, тот темп развития городского округа Химки именно в цифрах. Вот в этом году порядка 6 тысяч рабочих мест уже создано. Вот, поэтому понятно, что и предприятия и закрываются, и открываются, но в целом как минимум там 3-4,5 тысячи предприятий у нас ежегодно на протяжении 3 лет у нас идет открытие предприятий. Открываются предприятия, создаются рабочие места. И дальше все вот уже, как я говорил, наполнение бюджета, реализация всех наших программ. Да, действительно, вопрос важный и на повестке страны. А часто мы слышим об энергоэффективности, энергоменеджменте. И я ранее говорил, что задача стоит не только заработать денег, не только увеличить поступление в городской округ Химки денежных средств, но задача стоит также их эффективно, экономно расходовать. Ведь потратили меньше, тем самым мы оставили деньги на развитие городского округа. Начиная с 2017 года, мы совместно с Минэнерго Московской области разрабатывали программу энергоэффективности городского округа, разбивали ее на разделы. И вот в 2019 году фактически мы программу и эту стратегию утвердили. И первый блок этой стратегии энергоэффективности – это создание на базе 132 наших зданий, которые входят в управление, в оперативное управление городского округа Химки. И эти 132 здания требуют или потребляют порядка 286 миллионов ежегодно за тепло, электрическую энергию, вода. И вот на базе этих зданий создать именно умный центр управления, энергоменеджмент так называемый, когда, привнося элементы правильного использования тепловой, электрической энергии, мы добиваемся экономии в этих разделах. Но мы смотрим, если уже сегодня, на 20-й год мы будем запускать этот уже проект, 5-10% от 286 миллионов, это от 14 до 20 миллионов ежегодно можно экономить. И это такие незамысловатые вещи, которые, в принципе, они, ну, не требуют больших денежных средств, больших вложений. Вот, к примеру, в прошлом году мы все здания школ, вот, мы оборудовали индивидуальными тепловыми пунктами. Ну, о чем это говорит? В момент, например, ухода школьников домой, вечером, в вечернее время, школьники уходят на каникулы, и просто в этот период, ну, снижается температура, снижается обогрев зданий. И вот на таких вещах, о грамотном управлении тепловой энергией, происходит экономия, оставляются денежные средства у школы. Они могут их тратить на более важные и нужные вещи. И вот это сделано было в прошлом году, установлены индивидуальные тепловые пункты, которые реально позволяют экономить там до 25-28% потребляемой тепловой энергии. Это вот прям свершился уже факт. И на базе 132 вот зданий, которые в оперативном управлении города, мы планируем
полностью в 2020 году ввести систему энергоменеджмента, когда мы будем управлять именно и формировать, и формировать потребление этими ресурсами. Тем самым меньше мы потребляем, заботимся об экологии, заботимся о бюджете, ну, и заботимся о комфортном нахождении нас в самих зданиях. Ну, чтобы не было перетопов, чтобы мы не открывали окна, когда нам жарко, и не отапливали улицу. И такие простые вещи, которые ну, несложно сделать. И ну, дошли у нас руки, дошло понимание, мы будем делать. Здесь важно отметить, что на протяжении всего 2019 года мы разрабатывали программу, либо проект концессии относительно приборов уличного освещения. То есть все вот наши опоры, 8600 в городском округе Химки, есть задача их поменять на современные энергоемкие светильники. Понятно, что у нас уже много стоит, но тем не менее у нас есть куда расти и есть чем заняться. И мы понимаем, что сформировав концессионное предложение, проведя там отбор уже, мы целый год проработали, мы сегодня пойдем по пути, скорее всего, муниципально-частного партнерства, когда инвестор за свой счет модернизирует всю систему наружного уличного освещения с элементами там, диммирования, когда свет будет установлен в датчики и будет реагировать на плотность потока людского, автомобильного потока, когда свет будет гореть не в полном объеме круглый период освещения, в зависимости от, именно от нагрузки и потребностей улиц. Вот. Мы передаем все это нашему партнеру, инвестору. Он за свой счет реализует такой проект. Город сразу, одномоментно, в течение полутора лет получает современное, качественное оборудование освещения с гарантией там, до 15 лет. И город не платит больше, чем обычно он платил. Он платит в том же объеме и даже меньше, чем обычно он платит до этого установки этого оборудования. Вот. И в последующем это оборудование переходит в собственность города. Инвестор за счет того, что сокращается потребление электрической энергии, получает экономию. За счет этой экономии он компенсируется за затраты, формирует заработок своего этого проекта. Вот мы вышли фактически на соглашение, я думаю, в первые дни, рабочие дни января глава будет рассматривать, будет, если все у нас пройдет одобрение, и будет тогда у нас подписание. С следующего года мы можем стартовать в этом вот направлении. Это будет архиважно, это будет здорово. Плюс, конечно, начиная с прошлого года, даже правильно сказать, уже, наверное, с 2018 года мы стали ставить пилоты опоры двойного назначения. Когда это опора утилитарного значения, это свет, но в нее вмонтированные электрозарядки для автомобилей, которые ездят на электричестве. Понятно, их немного, понятно, их очень мало, но тем не менее мы пытаемся и не пытаемся, а поэтапно создаем инфраструктуру, которая позволит городу постепенно переходить на тот вид транспорта, который более экологичный. Вот сегодня в городе их стоит 35 таких у нас опорного значения. Эти проекты у нас шли совместно с Минэнерго Московской области. Построена и установлена зарядка высокой мощности на вылетной магистрали на международном шоссе. Поэтому это первые ласточки. Но мы понимаем, что есть тенденция, мы набираем оборот, и постепенно и жители будут постепенно переходить. Наша задача — создать инфраструктуру, создать все те условия, чтобы это было комфортно и ну, экономично для людей. Поэтому в эту сторону мы двигаемся. Конечно, есть у нас проекты и наработки, связанные с переходом на газомоторное топливо и нашего транспорта, который у нас уходит. Прорабатываем и думаем сейчас о возможности участия, скажем, не участия, а возможности использования только техники на газомоторном топливе подрядных организаций, которые работают в городе. То есть это тоже бы улучшило экологическую обстановку. И такие вот шаги, они, конечно, в комплексе и в целом они будут способствовать тому, что здесь будет у нас в городском округе чуть чище, чуть ярче, и постепенно это все-таки будет создавать ну, общую атмосферу комфортности проживания и нахождения в городе.
Вот такие проекты. Наш блок обладает необходимой компетенцией, пониманием и набором тех людей, специалистов, которые активно также участвуют в этом проекте. Проект разделен на несколько историй. Вот наша история, которую мы ведем непосредственно, это вот именные скверы. 3 года назад запустили этот пилотный проект. Вот, на сегодняшний день, по истечении 3 лет, у нас 17 именных скверов создано уже. Это порядка 60 тысяч квадратных метров благоустроенного пространства. Здесь важно отметить, что бюджетные средства в реализации этого проекта не участвуют. Здесь в этом проекте участвуют инвесторы, бизнесмены, предприниматели городского округа Химки. И часто они благоустраивают территорию либо рядом со своими предприятиями, ну, либо в какой-то понятной доступности, видимости от них. Есть определенный набор, что должно быть в этих именных скверах. Это, понятно, мощение, это скамейки, это зарядки для наших там любых гаджетов, это Wi-Fi, это современные светильники освещения, это всегда какая-то есть изюминка, либо это там шахматные столы есть, либо это элементы спортивного уголка. Есть сквер, где дополнительно ставят там прогулочную зону там для выгула собак. То есть фактически сами жители, инвесторы, предприниматели, они же, как правило, все здесь и живут, то есть сами жители, не просто социально ответственные, но активные, неравнодушные люди, они делают территорию вокруг себя чуть лучше. Это хорошая, интересная практика. Даже Министерство строительства Российской Федерации отметило нас в 2018 году. Мы там даже заняли одно из призовых мест как лучшая муниципальная практика Российской Федерации. То есть, это здорово. То есть мы сами делаем вокруг себя мир чуть-чуть лучше. Это находит отклик у всех людей. Все относятся к этому просто с воодушевлением и с благодарностью, люди как минимум. Крупные значимые проекты для города, они курируются также моим блоком. Вот в этом году у нас юбилей, 80 лет образования городского округа Химки. Вот. Наш блок и выделяет, получается, денежные средства, проводит конкурсы, и поэтому логично было эти крупные мероприятия в управление отдать и нам. Поэтому мы проводили в этом году гигантский объем мероприятий. Кульминацией был, конечно, День города в сентябре, когда мы впервые за историю города на арене Химки провели грандиозное мероприятие. И это просто колоссальный отзыв был от зрителей. Мы привезли первых звезд там российской эстрады и световое шоу. То есть все элементы шоу мы их использовали. И действительно всем понравилось. Классно было все организовано. Также нужно отметить, что буквально несколько дней назад, 15 декабря, у нас впервые на территории юбилейного сквера, открылся каток. Каток, который у нас с искусственным льдом. Это впервые на этой территории открывается такое грандиозное мероприятие, грандиозное действие. Более того, каток, он бесплатный для всех без исключения. И работа этого катка с 15 декабря по 15 марта, то есть достаточно продолжительное время. И мы уже сегодня видим, насколько дети, взрослые, все настолько радуются. Несколько тысяч людей пришло на открытие этого катка. А помимо этого, мы задействовали и сквер «Юность», это поставили качели, тюбинговые горки. Но те элементы, которые создают настроение. И у нас получился такой красивая рождественская история в двух скверах. Юбилейный и «Юность». Безусловно, у нас 8 парков и скверов в городском округе. Безусловно, в каждом парке и сквере будет проходить мероприятие. Они все украшены, наряжены. То, что я вам сказал, это у нас впервые, конечно. И нам самим нравится. Мы ходим, смотрим, там рождественская ярмарка уже начинает, уже работает, да. Фудкорт сделан. Принесены такие новинки, которые прям действительно нравятся людям. И мы слышим, что говорят люди. Мы сами, администрация находится в этих скверах, поэтому мы прям невольные участники и те люди, которые собирают информацию и быстро что-то меняем, быстро что-то переделываем. Наверное, тоже стоит отметить, что и в этом году
В этом году в Подрезково был открыт парк. Всем говорим про комфорт, все тоже наш склад, наш блок курировал. Был открыт парк Подрезково, это 10 гектара территория со всеми, безусловно, современными технологиями и формирование спортивного ядра, и экотропы, и детские городки, и комната для матери-ребенка, и прокат роликов, коньков, другого всего оборудования. То есть это хороший, современный, добрый по-настоящему вот парк, который получил отзывы мега положительные от всего населения Подрезково, всех жителей Подрезково, которые очень ждали, они приходили, они вместе с нами этот парк делали, говорили, здесь вот уберите ограждение, здесь поставьте по-другому, и говорят то, что нужно и дальше. Мы видим, и дальше у этого парка есть перспектива, можно и дальше развиваться, вот, и наращивать территорию. То есть много сделано было вот в этом году именно в плане, ну, создания вот этого зеленого каркаса города. И акцент максимально создавать вот удобную среду для пешеходов, для людей, для велосипедистов. Понятно, не все сразу. Много еще нужно и придется нам сделать. Требуются и денежные средства, и временные есть ограничения. Но тем не менее, задача такая есть, создать именно вот этот город, небольшая у нас территория, создать настолько комфортным, приятным для горожан, но чтобы вот им было здесь хорошо. Безусловно, не просто можно, а и нужно с нами вести диалог. Мы же власть, и мы реализуем программы, которые направлены на реализацию интересов горожан. Поэтому нам, конечно, важно, что хотят, что планируют, что видят горожане в плане улучшения ситуации в городе. У меня постоянно, ну не постоянно, а постоянно на основе ведутся приемы населения, плюс объезды по территории. Ну и, конечно, сейчас век современного обмена информацией, это все мои аккаунты в социальных сетях. Я читаю, отвечаю, где можем, мы быстро реагируем, где вопрос требует времени на проработку там, или на реализацию. Ну, условно говоря, мне пишут, например, бывают такие обращения, там, зимой ремонт там, подъезда включить, но мы понимаем, что ремонтная программа начинает там, весной. Мы говорим, что будет тогда-то. В целом, вопросы конструктивные, они помогают нам фокусировать наше внимание. Вот. Жители у нас ответственные, грамотные, образованные, техническая интеллигенция, творческая, спортивная интеллигенция. У нас, ну, город очень разносторонний, разноплановый, поэтому это полезно. Безусловно, не все мы можем решить, и бывает и недовольство сроками там, или качеством. Все это есть, мы также живые люди, не все всегда получается, но есть стремление, есть задача город делать лучше, есть понимание, что власть она и подконтрольна населению, и это взаимовыгодный обмен информацией, и власть, она работает для нужд населения, не сама по себе отдельно сидит в административных зданиях. Это, ну, основа основ. Нас выбирают депутаты, депутатов выбирает население, нас выбирают для того, чтобы мы реализовывали программы города, направленные на улучшение качества жизни горожан. Повторюсь, конечно, не все так просто, есть сложности, многое не получается. Есть у нас в городе сложные моменты, это и обманутые дольщики, это и бывает несвоевременное или некачественное выставление там, платежных документов по ЖКХ. Ну, много. Мы живой город, живой организм со всеми вытекающими сюда последствиями и сложностями. Но мы открыты, и мы слышим, как нам кажется, и мы сами стараемся быть более оперативными и эффективными. И я думаю, совместно мы сделаем этот город таким, каким мы бы сами хотели, чтобы он был.